Паллиативную помощь детям теперь оказывают на дому. Респираторные аппараты для пациентов, которые не могут без них обойтись, привозят в квартиры. Сколько малышей теперь будут лечиться дома и на какой срок выдают необходимые аппараты, расскажет Денис Киселев. Была у него мечта подняться на гору, на вершину горы, чтобы увидеть красоту своего края с высоты птичьего полета. Эти строки из сказки 10-летнего Олега Лисоты. У мальчика спинально-мышечная амиотрофия Вердинга Гофмана. Из-за нее ему трудно двигаться и дышать. Но сам Олежка, так его называют родные, не отчаивается. Пишет книги. У него их уже 20. В родном Трехгорном часть из них напечатала школа, в которой он учится дистанционно. Из всех произведений его самое любимое – история одного восхождения на гору и встреча с великаном. По пути на гору встреча великана. Великан мешал забраться доброму молодцу на гору. Но я не сражались, и добрый молодец победил. В Трехгорном Олег – настоящая звезда. Его книги любят местные. Многие знают юного писателя в лицо. По произведениям дарования даже ставят спектакли на школьной сцене. Автор этой сказки – мальчик из нашего города. Ученик 3 А-класса 110-й школы Олег Лисота. Из родного города в Челябинск мальчик с мамой Светланой и любимым котом Кексом переехал в июле для лечения в областной больнице. После женщина решила остаться в столице Южного Урала, чтобы быть поближе к квалифицированным врачам. Медицина города Трехгорного не справлялась и не могла предоставить необходимые медицинские услуги для ребенка. Поэтому мы поступили в паллиативную помощь, в реанимацию №2 города Челябинск и находились там. Сейчас Олега из больницы выписали. Паллиативную помощь ему оказывают дома. В квартиру семьи привезли небольшой откашливатель и новенький немецкий аппарат искусственной вентиляции легких. Они позволяют Олегу ночью спать спокойно и не просыпаться из-за недостатка кислорода. На сегодняшний день есть возможность за счет государства приобретать оборудование, которое выдается детям, семьям. И семья уже с ребенком с тяжелым заболеванием, у которого есть дыхательные нарушения, которые не позволяют самостоятельно дышать постоянно, получают это оборудование и могут с ним уже находиться дома. На дом больницы выдают аппараты ИВЛ, откашливатели, перкуссионаторы, кислородные концентраторы. Все оборудование дорогостоящее. Сейчас в распоряжении медиков уже 22 таких прибора. Выдают их на 5 лет. Они компактные, с ними ребенок может отправиться на прогулку. А минимум раз в месяц медики приходят к малышам и смотрят за их состоянием. Сейчас по области выдали уже 13 аппаратов вентиляции легких. А до конца года ими обеспечат всех нуждающихся малышей области. Их в регионе сейчас 65. Денис Киселев, Павел Головин, ОТВ.